Как сохранить молодость? Продукты, позволяющие сохранить молодость. Для того, чтобы сохранить молодость, красоту и здоровье на долгие годы, необходимо придерживаться совершенно несложных правил в питании. Вот некоторые продукты, которые помогут сохранить молодость, красоту и здоровье на долгие годы. Сардины. Дневная норма белка и жирных кислот содержится всего в 100 граммах сардин. К тому же, рыбный белок усваивается лучше животного и лучше воздействует на организм. А самое главное, так необходимое человеческому организму полиненасыщенные жирные кислоты содержатся именно в рыбе и морепродуктах, что надо знать и помнить, если вы хотите сохранить молодость, красоту и здоровье. Грецкий орех. Эти орехи рекомендуют при лечении заболеваний щитовидной железы, так как в них содержится йод. Также считают, что грецкий орех снимает сильное нервное напряжение. Врачи утверждают, что благодаря ореху нормализуется работа кишечника, что он обладает ранозаживляющими бактерицидными свойствами. К тому же эти орехи богаты целым комплексом биологически активных веществ, которые благотворно влияют на сосуды головного мозга. В день съедайте не менее 4 штук грецких орехов. Можно положить их в салат, хорошо съедать утром на завтрак, чтобы с утра зарядить организм тем, что ему нужно. Детям вместо конфет лучше дайте орешек. Продолжение смотрите в следующем ролике. Нажимайте на кнопку, подписывайтесь на канал, ставьте лайк.